Здравствуйте! Во второй статье нашей Конституции государство выражает волю народа и служит его интересам. Государственные органы и должностные лица несут ответственность перед обществом и гражданами. Эта статья является самым основным принципом организации отношений между государством и гражданином. Все нормы Конституции совместимы с этим положением и направлены на его реализацию. Например, государство гарантирует непрерывное образование, здравоохранение, защиту от безработицы и жилье. Государство выражает волю народа, служит его интересам, и в следующем предложении уточняется, что государственные органы и должностные лица несут ответственность перед обществом и гражданами. Эта норма означает, что каждый государственный орган, парламент, суд, исполнительная власть и их должностные лица несут ответственность перед нашими гражданами в выполнении возложенных на них задач. В качестве реализации этих положений Конституции можно привести принцип «двигаются документы, а не граждане», которые действуют сегодня на практике.